Это большой вместительный холодильник от компании Weisgau шириной 91 см. Идет в цвете нержавеющая сталь. Технология полный ноуфрост с инверторным компрессором. Полки выполнены из прочного закаленного стекла с металлической окантовкой. Также в холодильнике находятся два раздельных ящиков для овощей и фруктов, что, согласитесь, очень удобно. А между ними встроенная емкость объемом 4,2 литра для встроенного ледогенератора. В нее мы заливаем чистую фильтрованную воду, и вода охлаждается и подается на диспенсер и ледогенератор. Два отделения морозильной камеры оснащены яркой подсветкой. Нижнее правое отделение – это настроена мультизона. То есть вы можете ее настроить как морозильную камеру, как холодильную камеру. Это на ваше усмотрение. Левое нижнее отделение работает как морозильная камера. Технология ноуфрост морозильной камеры не дает образоваться в вашей морозилке льду или снежной шубе. Ящики морозильной камеры легко выкатываются и закатываются, что очень удобно. Большая объемная подсветка по внутреннему периметру придает холодильнику необычный вид. В этом холодильнике с такой подсветкой у вас не затеряется ни малейший кусочек, ни малейшая коробочка вашего продукта. Технология Metal Tech Cooling дает динамичное и быстрое охлаждение продуктов в вашем холодильнике. Стеклянные полки с металлическим основанием выдерживают большую нагрузку. А внешний периметр полок также защищен металлическим кантом. Это у нас емкость, куда заливается вода. Сюда мы заливаем фильтрованную воду, максимально 4,2 литра. Дальше вода поступает в айсмейкер, здесь происходит заморозка, и кубик льда высыпается вот в эту емкость. Сюда мы подносим стакан, прикладываем к язычку, и лед высыпается нам в емкость. Обратите внимание, здесь также есть встроенная подсветка. Это большой сенсорный, интуитивно понятный дисплей по управлению холодильника. При помощи него мы можем не только управлять холодильно-морозильной камерой и выставлять температуру, также мы можем выбрать, что будет делать айсмейкер. Либо это просто подача холодной воды, либо это кубики льда, либо это крашеный лед. В данном холодильнике используется компрессор с инверторной технологией. Данная технология позволяет работать компрессору дольше, тише и с меньшим потреблением электроэнергии. Обратите внимание, хороший и ровный прокат металла и углов, без волнистости и замятин. Мощные металлические петли дают дверям идеально ровный зазор. Обратите внимание на фактуру боковых стенок холодильника. Она выполнена с таким эффектом тиснения, эффектом под кожу, можно назвать так. Смотрится очень стильно и очень богато. Надежный защелкивающий механизм дверей не дает проникновению теплого воздуха внутрь холодильной камеры. Этот механизм легко и плавно дает закрываться и открываться дверям. Если у вас возникли какие-то вопросы по данной модели холодильника, вы всегда можете оставить их в комментариях. Мы с удовольствием вам ответим. Всем огромное спасибо за внимание, и также огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца.